Вот такие новости у нас, ребята. Вчера всю беседку оккупировали пчелы. Пришлось поставить небольшой улик. И вот сегодня вот утром посмотреть, что делается. Это же кошмар. Они от меня не уходят. По-моему, мне опять придется заниматься пчелами. И болеть вообще некогда. Уже рой один прилетел. И, по-моему, еще один летит. Вы посмотрите, что делается, а? Посмотрите, что делается. А в беседке вообще? А в беседке-то вообще? Еще и в беседке сколько пчелы. О, полетели, полетели. Давайте, улетайте. Ой-ой-ой. Даже не знаешь, радоваться. Потому что пчелы – это очень большой труд. Но у меня, похоже, выбора нету. Буду заниматься дальше пчелами. Вот такая история. Уже рой прилетел точно.